Всем привет! Всем привет! Сегодня суббота, и мы с Дашей сейчас едем в село, к маме. Мы едем туда и обратно. Поедем, проведаем мамулечку. Вы знаете, у нас сегодня такое морозное достаточно утро. У нас минус 15, минус 14, не знаю. Вот. Но на улице солнышко, на улице так красиво. И вроде бы со всеми не скажешь, что мороз. Мы уже приехали с Дашей. Нас встречают. Рыжулька, рыжик, да ты тут как царь. Ох, ты такой красавец. Мур, мур. А усы какие у тебя большие. О, смотрите, сразу лапками как массаж делает. Дюбусь, ты такой красавец. Ой, такие щечки. Ой, такие щечки. Самый любимый китик. Ну, конечно, конечно. Лев, а прям, лев. Ой-ой-ой! Боже! Оба упали! Оце падение! Ну тогда! Та ну вас! Полетит! А вчепилась так нормально, да, держится? Катается. Щеки розовые, Даша. Классно. А где рукавицы те, что дед давал? Понятно. То ты их решила снять, да? Да. Понятно. Все, пойдем в дом? Нет. Не? Да уже оно, смотри, захекався. Дед уже захекався. Вы уже давно катаетесь. Ну, сейчас не работает, а? Давай. Нормально. Счастливая! Вот так надо! Дай я попробую! Пойдем, Дашенька, пойдем уже. Нам же еще ехать сегодня. Пойдем, Зая. Вы уже давно катаетесь? А? Ага. Ох, и красивые вот эти вот курицы. Такие прям мохнатые. Мурка. Это мама Бени, если что. Может, кто не в курсе. А это... Это любимый кот. Мы уже с Дашей будем ехать. Уже у нас ближе к вечеру время. Вот. И чтобы не ехать по темноте, то будем уже выезжать. Сейчас у нас 3:30. Немножко побыли, погостевали. Что я мохнатая.
Кстати, мне многие задают вопрос, на который я уже отвечала. Надя, почему вы ходите в жилетке? Я вам объясню. И сейчас покажу, что я с собой вожу пальто в машине, а езжу я в жилетке, потому что мне так удобно. Мне удобно сидеть так за рулем. Вот и все. Просто мне такие комментарии писали, что типа, ой, у вас или нечего одеть, или же вы ни во что не влазите уже. Типа, вот такая ты огромная, что не влазишь ни в что. Да, у меня есть лишний вес, но, ребята, не такая я уже и, блин, огромная, как вы мне пишете. Поэтому не надо вот эти без ваших оскорблений, пожалуйста. Все, мы уже едем, пока, будем пока прощаться. Да. Так что, мамулечка, скоро встретимся. Да. Я скоро приеду. Говорят, конечно, морозы передают, да, что будет мороза, где-то... после снегов, после, да, мороза. Минус 30. Ну, для нас, смотря у кого как. Ты знаешь, у кого-то и все 40, и 45. Ну, для нас это большая температура. Так что все, я поехала. Всем пока. Давай, как идет. Дед прощается с Дашей. Это же она его так достала, понимаешь? Задиралась, задиралась. Вот так! Даша, як криль, побіг, бросил сам на себя. Дуркують. Я вже перегріваю машину. Дашка, не садись. Ну все, прощається на. Моя хорошая. Спасай. Садись, садись. Мы уже приехали с Дашей. Скользко так. Я просто в шоке. Кость, завтра будут вареники. Мама передала творог, молоко и сметану. Будут вареники с творогом. Только знаешь, что у тебя ленивые такие? Хочу ленивые сделать. Там мука, сода, творог. Да, мама закатки надавала. Да, да, да. О, ничего себе. Ты не порезался? Нет. Не? Оно, значит, тюкнулось. Может, там еще такие есть? Не знаю. Слушай, Кость, может, оно перемерзло? Не, ударилось. Ударилось? Да, ударилось. Ё-моё. Куда? Бин убежал. Кость, так в мусорку, зай, куда ты понёс? Тряпку неси, оно сейчас несу. Покидается. Кость, так это ж снег, ну и что? Просто слей воду, а то выбрось в мусорку, вот и всё. Да, такое. Не в мусорку же его выливать, Кость. Просто слить воду, ну, компот сам, и всё. Ой. Ну ничего, бывает, что сделаешь. Это еще будет, наверное, кости липкое, да? Угу. И там вон еще, смотри, одна банка. В самом, видишь, краю. Надо оттирать, чтобы, потому что оно потом этот замерзнет. Ну да, и будет еще и сладкое, липкое и деревянное. Капец. Это же надо так тюкнуть. Все. Капец, залила этим компотом прям все полностью. Я в шоке. А что такое? Кость, слышишь? Это вода, да? Да, она уже замерзает. Мама говорит, что может картошка замерзнуть там, где мы ее храним. Нормально. Можем. Не, серьезно, надо чем-то вкрывать ее. Обкутывать. А, уже руки померзли. Блин, капец. И вот прям залилось все. Жесть. Вон туда прям залилось все. Ну, под низом, видишь, я тряпку положила. Так бросил вроде бы какую-то эту.
вроде как. Хотела сказать, высохнет, но скажу, ничего, замерзнет. Вымерзнет. Ну, я понимаю, я думаю, что будет нормально, не будет липкой. Попылесосим потом. Ой, я замерзла, у меня руки померзли уже.